Игрок из ГАЭ ФКСТ Рубчинский Эдуард. Доволен ли ты результатом сегодняшней игры? Ну, несмотря на результат положительный, мне кажется, мы плохо провели сегодняшнюю игру. Могли дожимать соперника еще в первом тайме. Нельзя было давать им шанса такого. Но надежду на ничью надо было их сразу прибивать. Но соперник позволял это делать. В принципе, игра была под нашим контролем, но все же недовольны руководство, да и мы сами. А как в целом условия на турнире? Ну, все так же, как и несколько лет назад. Все неплохо, нормально все. Спасибо.